Всем привет! Сегодня первый день, понедельник. Снимаю завтраки по вашей просьбе. Сегодня у нас на завтрак геркулес, ну, овсяная каша с изюмом. Это порция мужа, это моя, а это дочкина. Вот, и у дочки еще плюс хлебушек, так как она у нас очень-очень-очень любит хлеб. Почему-то мы вот хлеб не едим, а она ест. Так, далее у нас чай с лимоном. Чай с лимоном — это наше фирменное блюдо. И вот там вот конфеточки такие лежат. Итак, девчонки, привет! Сегодня вторник и очередной завтрак. Сейчас будете смеяться. Но вообще, знаете, я вам хочу сказать, чтобы не было лишних вопросов. Я просто девочка честная. Девочка, девушка, женщина, наверное, уже. Кстати, когда меня зовут женщиной, мне очень обидно. Вот. Да, ну, в общем, я женщина честная, и я вам выкладываю все как есть. То есть, вот как я питаюсь, так и питаюсь. То есть, ну, наверное, все-таки не нужно мне писать, что ты там неправильно как-то ешь. Потому что я среднестатистический человек, я там ни в коем случае перед вами не выпендриваюсь. И вот, ну, блин, не ем я полезную пищу, ничего не могу с этим поделать. Вот не нравится, она невкусная, она какая-то. Вот, поэтому рассказываю. Каждое утро я пью чай с лимоном, и вот такой вот он зеленый. Чай я пью обычный принцесса Ява, вот такой вот зеленый чай. Видно его, нет? Вот так, да? Нет. Ну, видно. Съедаю ложку меда, и на этом все мои полезности заканчиваются. Кстати, насчет полезности чая я не очень уверена. Вот. И то, что я ем вот это вот второе, там, допустим, не всегда полезно. То есть иногда я ем кашки. А вот у меня чайник как раз засвистел. Одну минутку. Вот, иногда я ем, конечно, ой, блин, обожглась. Ем кашки, но это далеко не всегда, девчонки. И я не буду лукавить, что я там какая-то там суперздоровая. Суперздоровая еда у меня. Так, наливаем сейчас. Подождите, подождите. Наливаем водичку, завариваем. Я ничем не накрываю, просто вот наливаю воду и все. Да, поэтому сегодня у меня на завтрак такое вот мясо с яйцом. Это говядина, я просто порезала ее на куски, вот на такие большие, и смешала с двумя яйцами, добавила соль и пожарила. Девчонки, люблю, не могу мясо. Почему на завтрак? Потому что днем я, вот, если честно, не всегда успеваю поесть. Даже дело не в том, что не успеваю, мне очень часто не хочется есть. Мне и на завтрак-то особо не хочется есть. Вообще я такая, видите, доходяга, ну потому что, ну вот, ну не хочется мне есть практически никогда. И я вот впихиваю в себя все, что только можно, хотя бы утром, чтобы, ну, чтобы на день там какой-то запас всяких витаминов у меня остался. В общем, это мясо, яйцо, два яйца, и все, и вот чай с лимоном, и мед. Так что вот такой вот у меня вторник. Кстати, если вы помните, у меня вторник был кефирный день. Сейчас я это все дело отменила, потому что я и так практически не ем. И еще во вторник насильно не есть. Это уже вообще... В общем, не очень мне нравится, да. Поэтому сейчас вторник у меня среднестатистический день. Так, еще раз доброе утро. Сегодня среда. И сегодня у меня вот такой вот завтрак. Вообще, девчонки, заметили, да, я водохлеб. У меня компот. Виноградный, по-моему, такой, ну, из 3-литровых банок, такие закрываем на зиму. Далее у меня чай зеленый с лимоном, но я выпиваю это не сразу, а сначала пью чай с завтраком, а потом уже компотик попиваю. И вот такой вот у меня второй, то есть у меня здесь рис, помидорки и свекла. Как я делаю рис? Сейчас скажу, почему именно на завтрак рис. Потому что я всегда стараюсь готовить так, чтобы и мне подходило, и дочке подходило. Так вот, я варю рис до состояния рассыпчатости, ну вот, до такого состояния. А себе, ну, то есть солю его все, как бы, как обычный рис варю, себе его вынимаю, кладу на тарелку. И далее уже то, что осталось, я заливаю молоком, добавляю там сахар или сухофрукты и уже довариваю дочке в качестве каши. Так что она сегодня ела рисовую кашу с изюмом, а я ем просто рис и вот со свеклой, с помидорками. В общем-то, мне кажется, рис, он нормально, овощи нормально, чай зеленый с лимоном нормально, все без сахара. И сахар стараюсь не употреблять сейчас. И увидимся завтра. Итак, девчонки, всем привет. Сегодня, по-моему, четверг. Да, наверное, четверг. Мой безумный кот кричит, просится на балкон. А у нас на завтрак манная каша. У меня и у дочки.
Так что сегодня у нас ничего такого прям супер особенного нет. Ну и у меня зеленый чай с лимоном, как всегда. Вот так вот. А, кстати, девчонки, хотела вам показать, если вдруг у кого-то есть маленькие детишки, и вы где-то увидите вот такую вот ложку чайную с такой вот длиннющей ручкой, видите, какая она огромная, длинная, ну вот с ладошку размером, обязательно купите, очень удобно ребенка кормить. То есть вот такой длинной ручкой можно подлезть, даже если ребенок вертится. И если он весь грязный в кашу, он вас не испачкает, потому что ручка длинная. В общем, ну, очень удобно, очень удобно. И, кстати, такой же ложкой очень удобно лазить в банку с вареньем. Ну, это уже для вас лично. И вообще, в принципе, очень удобно вот такими ложками, допустим, даже чай мешать. Вот. Короче, не нарадуюсь вот на эту ложку, надо где-нибудь еще такую купить. Это нам дедушка, ну, папа мой подарил. Вот, так что... Садимся завтракать. Я надеюсь, свет... Ну, свет не очень нормально попадает, да? Вот так, наверное, светлее. В общем, все, до завтра, до пятницы. Всем еще раз привет. Сегодня пятница, и сегодня очередной завтрак. На завтрак у меня сегодня свежий огурец и яичница с курицей. Ну, с маленькими кусочками курицы. Это мне сегодня муж пожарил, это не я сама делала. Так, и какао. Какао, кстати, девчонки, посмотрите на него, да? Мы с мужем называем какао солярисом, потому что, мне кажется, вот именно вот такой вид, именно такая же фактура, именно такой же цвет, именно такие же узоры были на солярисе. Почему-то вот мне кажется, что солярис выглядел именно таким образом, как какао. Так что да, увидимся с вами завтра. Вот сегодня такой вот у меня завтрачек. Привет, мои дорогие, еще раз. Сегодня суббота, и сегодня я кушать не хочу. Ну, может быть, не вообще не захочу, но вот на завтракать не очень охота, поэтому сегодня у меня такой вот салатик из помидоров, оливкового масла, соли, да, яблоко одно, вода, моя любимая еда, и чай зеленый с лимоном без сахара. Так что сегодня вот у меня такой легкий завтрак. Я вообще себе сварила кашу, но что-то мне ее вообще не хочется. Поэтому я заменила кашу на такой вот легкий салатик. Может быть, кашу съем на ланч. Итак, это все. Увидимся завтра, в воскресенье, в последний день. Привет всем еще раз. На этот раз последний раз привет. Сегодня у меня последний день недели, воскресенье, и последний завтрак, состоящий из двух блинчиков с творогом и чая зеленого с лимоном. Ну, блинчики достаточно такие увесистые. Вот, девчонки, я надеюсь, что это видео было для вас интересным. Я надеюсь, что, может быть, вы не сильно будете строго ко мне относиться, потому что питаюсь я, наверное, все-таки не очень правильно. Но, как я уже говорила, не хочу показаться какой-то, знаете, такой суперфифой, которая все правильно делает. Ну, я обычный нормальный человек и обычно нормально питаюсь, чтобы мне там не писали в комментариях. Вот. Так что вот такие вот завтраки, и спасибо всем за внимание огромное, и всем пока!